Если вы думаете, что я не записываю видео, потому что... Почему, Белый, я не записываю видео? Ну, Макс спит дома. Это вот следы от Белого, надо тут все вымыть. Потому что он спит обычно сверху на будке. На окно. Температура меж тем 20 градусов, была 19. Вообще ни в одном глазу. Все спят, все валяются. Не знаю почему, только голуби активны. Голуби на лежанках и на кормушке. Вот ходят по креслам, вон, видите, у них активно, активность повышена. Вот. Тусуются. Вот. А больше я... Алиска пропала как вид. Вот. Уходит, то есть приходит завтракать. И потом встает, приходит ужинать. Тут белки ходят, птицы летают. Но животных нету. Не знаю почему, может быть это такая погода дождливая, либо еще что-то. Я вот тут сейчас видел, белки тусовались вот на Алискиной территории. То есть вообще интересно, где лиса-то? А, вон лиса. Сейчас мы нее спросим, что она такая. Ой, здравствуйте. К вам можно? На секундочку. Привет. Понятно. Не тревожить. Все? Все, 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 ушел. Вот, видите. Так что видео нету по причинам сонного состояния и лисы, и собак. Причем Алиска абсолютно открыта, видите? Гром. Я слышу гром, наверное, может быть, поэтому никого нету. Только у меня состояние повышенной активности. У всех остальных как-то прибито.